Сейчас коллектив Solar Group и наша команда, ну, работники, перед которыми стоит задача работы по сайтам, ведут очень большой объем работы по подготовке официального сайта, по его наполнению и доведение до рабочего состояния. Работа ведется очень серьезно. Сейчас первоначальная модель сайта, она solarmash.ru, она рабочая, но это всего лишь заглушка, болванка, называемая. Я просил, чтобы на прошлом вебинаре, чтобы с этой заглушкой посмотрели типаж сайта и высказали свои предложения. Но никаких предложений не поступило. Из этого делаю заключение, что всем по барабану. Ну, значит, будем полагать, что проект сайта утвержден партнерами, участниками проекта. Что касается товарного знака. Заявка подготовлена, написание товарного знака сделано. Как только материалы будут приняты, в Роспатенте мы получим официальное уведомление, мы этот товарный знак разместим на сайте, уже в качестве официального. Я думаю, вы посмотрите на него и поймете, что он не имеет ничего общего с теми предложениями и наработками, которые были предложены на первых этапах, о которых вы уже забыли и думать, наверное, все вместе. Поэтому, несмотря на то, что энтузиазм, уважаемые партнеры и коллеги, быстро погасает, мы, тем не менее, свою работу продолжаем делать, невзирая ни на что. Если руки опустить, то ничего не будет. Да? А так на порывах делать что-то, ну, души, ты дело не сделаешь, к сожалению. Но, тем не менее, мы взяли на себя обязательства, мы их выполняли и будем и дальше выполнять. Шаг за шагом.